Сегодня на дворе 31 августа. День, когда все эти первокурсники, стоящие на площади Шокина, получат свои студенческие билеты и начнут свое активное знакомство с МИЭТом. Сегодня я тоже получаю свой студенческий билет. Одно маленькое отличие. Я поступил в магистратуру. Почему МИЭТ? Как сказала моя преподавательница по информатике, именитый вуз. Сыграла свою роль то, что он в Зеленограде. Это какое-то такое место, которое, ну, ощущается более родным, чем Москва, с многоэтажками. Все зеленое, везде какие-то памятники. Как дома. Не останавливайтесь на достигнутом, только вперед. МИЭТ всегда поддержит вас в ваших всех начинаниях. Удачи! Вуз готовит прекрасных специалистов, которые всегда будут востребованы на рынке труда. Если не секрет, как бы, что вот прям какие-то глобальные события с тобой, какие происходили? Я получил целевое направление. Я планировал пройти по собственным баллам, однако, ну, чуть-чуть не добрал баллов. И поэтому взял целевое. В этом есть свои плюсы. Я буду ездить на практику в свой город, к своим семье, своим родителям. И это будет повод с ними повидаться. И мне не надо думать о том, куда идти работать после института. Что может быть лучше, чем один студенческий? Два студенческих. Официальная часть закончилась, первокурсники распределились по всему МИЭТу, знакомятся между собой, с кураторами, с представителями своих направлений, формируют дружеские связи, и мне со стороны, как человек пожилому, остается только радоваться за них.